Когда стоит вопрос о том, что детям дать в школу покушать, я рекомендую всем мамам с вечера приготовить такие вкусные, или даже утром раньше повстать и приготовить такие вкусные бутерброды. Это сосиска в тесте. Но я добавила вовнутрь сосисок в тесто, добавила еще сыр голландский, помазала яичным желтком. Вот, после того, как завернула сосиску сыром и посыпала кунжутными семечками. Теперь, когда спекутся, я вам покажу, какие они красивые. И любой ребенок, который пойдет в школу, и он не будет голодный, и вы не будете переживать, что он может чем-то отравиться, потому что вы сами придумали это, сделали дома. Вот, я вам напишу рецепт теста под видео. Вот такие шикарные получились сосиски в тесте для детей, чтобы сделать в школу. Сейчас вот мы разрезаем, посмотрим внутри. Вот как вкусно получается сосиска. Сделана вот она такая в тесте. Вот они еще горячие, потому что их только достала. Я думаю, что любой ребенок с удовольствием скушает в школе и не будет голодный. Вот вы знаете, вот думала-думала, и все-таки придумала, что лучше всего еще добавлять сыр. И поэтому сыр, вот его даже, вот я покажу, здесь даже вот видно, что есть сыр. Вот.